Так, не удержался я, чтобы не разобрать эту новую комету под вечер, под конец рабочего дня, своего рабочего дня. И вот что, в общем-то, я увидел. Я еще не пытался ее включать, просто стало интересно, что же у нее внутри. Первое, ну, на этом телефоне не очень видно, но вся комета внутри в разложившемся парауне, в остатках, в таком порошочке. Параун вот этот, вот он. Это крышка батарейного отсека, на ней фактически цельная деталь. Вот эта вот деталь, она целая. Но ее, если потеребить, она вся развалится, превратится в песок. Вот, потому что Праон не живет долго. С 69-го года он умер. Вот. Ну и тут внутри этой кометы присутствует еще, конечно, мне совершенно непонятно. Она вроде как новая, но ее, видно, чуть-чуть слушали. Вот эта вся грязь, как будто в нее что-то пролилось. Не знаю, тут так не очень хорошо видно на телефоне. Но, в общем, сейчас ее надо будет, конечно же, все чистить. Чистить, чистить, потому что на ней много каких-то следов того, что попало в ее корпус. Помимо паравона. Вот. Ну, смажем. Допустим, пасеки, на удивление, я считаю, в хорошем состоянии основной пасек. И еще в чехольчике для микрофона внутри я нашел пакетик с дополнительными пасеками. Ну, электролитические конденсаторы у нее в так себе состоянии. Он там видно. Он на основных конденсаторах питания подтеки вот эти коричневые. Сейчас, не знаю, как-то пальцем покажу. Вон их видно. Вот это то, что из них вытекло. Вот оно, вот это вот все. Вот это из них вытекло. Вот. Блин, нарезка не настраивается. Телефон. О! О, настроился. Вот это вот черное, коричневое, это вытекло из электролитов. То есть им абсолютно точно капец. Вот. Ладно. Короче, сейчас примерно его почистим. Посмотрим, что с ним. И вообще, запустится он или нет. Комета 206. Сердечно от всего сердца поздравляю вас днем 8 марта. Желаю вам всего самого наилучшего, большого счастья, женского, настоящего счастья. Всего доброго. Счастья в жизни и всего-всего самого лучшего. Среди всех нас присутствующих есть два мужчины. Взрослый. Короче, вот, запустила его в первом приближении пока. Вот у нас нового блока, а своего он не работает. Судя по всему, большие утечки в электролитах. Но магнитофон работает. Та женщина с стихами. Он нас уже поздравил с стихами. Весьма неплохо. Микрофон, пожалуйста. Я всех вас люблю, дорогие женщины. Потом вам посвящаю свое стихотворение. Очень трогательно. Эта катушка была вместе с этим магнитофоном. Женщина, ладно. Тебя вновь согласен.